Всех приветствую на нашем канале Optonet. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Сегодня у меня на обзоре Night Power. Это, другими словами, Powerbank. Не просто Powerbank. Это Powerbank с очень большой емкостью мАч, который выполняет функцию, классная вещь, очень полезный. Значит, с помощью этого Powerbank можно заряжать 4 устройства одновременно через USB. Также от него можно заряжать даже ваши ноутбуки, макбуки, вот это все. Это очень круто. И это не все. Еще от него можно заряжать, то есть не заряжать, а прикуривать аккумулятор в автомобиле. Если вы где-то встали и у вас сел автомобильный аккумулятор, то можно с помощью этого пауэрбанка прикурить, собственно, этот аккумулятор и завести автомобиль. Это очень полезная вещь. Ребят, кого заинтересовало, по ссылочке в описании переходите на наш сайт, смотрите, изучайте более подробно этот товар и, конечно же, заказывайте. Очень полезно. Сейчас мы перейдем, распакуем его. Я покажу, как все это дело делается, что он умеет, как он подключается. Кто не подписан, подписывайтесь. Поехали. Ребят, Powerbank идет вот в таком вот кейсе. Очень, кстати, классно упакован. Во-первых, он не будет занимать в автомобиле очень много места. Очень красивенький кейс на двух специальных зажимах, которые не откроются, когда вам не нужно. На задней части, собственно, нарисованы картинки, как и где его можно использовать. То есть можно заряжать ноутбуки, можно заряжать телефоны, плеера, приставки портативные. Все идет в комплекте. И можно, естественно, прикурить автомобильный аккумулятор. Когда вы стоите, негде некого попросить, то можно, естественно, прикурить. Это очень полезная вещь. Очень прикольно сложено все. Здесь поролоновые вставочки, чтобы он не поцарапался. Это очень классно. В комплекте много всего. Во-первых, начнем с самого пауэрбанка. Вот таким вот образом он выглядит. В пакетике идет, чтобы не поцарапался. Также в комплекте вы получаете инструкцию по эксплуатации этим пауэрбанком. Дальше получаете вот такой кабель для зарядки ваших устройств. Получаете вот такой кабель с USB, для переходники на Type-C, Lightning и обычный micro-USB для зарядки ваших смартфонов или планшетов, или тоже игровых приставок, наушников. В общем, абсолютно все можно им заряжать. В комплекте, ребят, идут вот такие крокодильчики. То есть вот эту часть мы вставляем, собственно, в сам пауэрбанк. А вот эти крокодильчики плюс и минус одеваем на автомобильный аккумулятор. Собственно, с помощью его и этих крокодильчиков можно, собственно, и дать прикурить нашему автомобильному аккумулятору, чтобы завести наш автомобиль. Также идет зарядка от прикуривателя, с помощью которой можно зарядить сам пауэрбанк. То есть, когда вы, например, стали с этого пауэрбанка дали прикурить автомобильному аккумулятору, он, например, сел или вообще он сел, то от прикуривателя в машине можно будет зарядить его без проблем. Дальше идут переходнички, как раз таки для ноутбуков, то есть разные ноутбуки можно зарядить с помощью этого пауэрбанка. Там можно выставить любой вольтаж, который нужен вашему ноутбуку, потому что в каждом ноутбуке может быть свой вольтаж. Можно все выставить и без проблем это дело зарядить. Ну и также идет обычный сетевик для зарядки этого пауэрбанка дома от розеточки. Давайте пройдемся по самому пауэрбанку. Изготовлен он очень качественно. На левой части нашего пауэрбанка, во-первых, есть индикатор вольтажа. То есть 19, 16 и 15 вольт можно ставить для зарядки, допустим, приставок или ваших ноутбуков. Вот это выход output для зарядки того самого ноутбука. То есть вот этот кабель как раз-таки вставляется вот сюда. И другую часть можно надевать переходничок. Можно вот этот переходник надевать, который вам нужен, и, собственно, заряжать ваш ноутбук. Дальше, вот это показывает панель именно то, насколько заряжен сейчас Powerbank. То есть, каждый индикатор это 25%. Вот сейчас мы видим 75% зарядки. Клавиша включения. Этой клавишей можно включать. Здесь есть фонарик, есть еще мигалочка. Сейчас все расскажу. 4 USB порта, от которых одновременно можно заряжать, например, 4 смартфона, или планшеты, или наушники, или приставки. В общем, все то, что можно заряжать через USB. Дальше выход input, это для зарядки самого пауэрбанка, клавиша включения и выключения, и выход для этих крокодильчиков. То есть сюда вставляются именно крокодильчики, чтобы дать прикурить автомобильному вашему аккумулятору. Он закрыт, кстати, резиновой вот такой вставочкой, чтобы туда не попадал всякий мусор. Вот таким вот образом мы его открываем, вставляем сюда вот эти крокодильчики и плюс-минус уже к самому автомобильному аккумулятору зажимаем. Главное не перепутать плюс с минусом.
Дальше мы включаем сам Powerbank, в принципе, и даем питание самому аккумулятору. И дальше пробуем его, естественно, завести, ну, автомобиль. Ребят, кроме этого всего, здесь есть еще фонарик. Фонарик очень классный, с линзами, очень ярко светит. Включаем сам Powerbank. И если нажать один раз, то будем перелистывать, собственно, вольтаж. И еще раз, смотрите, 16 вольт, еще раз 19 вольт, и все по новой. То есть выбираем вольтаж. Если зажать и задержать, то мы включим, собственно, вот этот яркий очень фонарик. Фонарик реально яркий. Если очень быстро нажать клавишу включения дважды, то включается вот такая мигалочка, которая работает красно-синими фонарями для привлечения внимания. Например, если вы стоите где-то в поле и какой-то знак вам нужно подать, что вы здесь находитесь, то в принципе, можно использовать вот такую мигалочку, и даже можно одновременно использовать с фонариком. Вот смотрите, и сделать стробоскоп, и вот эту мигалочку одновременно использовать, очень сильно приворачивать внимание. Итак, ребят, давайте подведем итог. За столь небольшую сумму вы получаете Powerbank, который можно заряжать ваш смартфон, любые приставки и даже ноутбук. Есть переходнички на практически все ноутбуки, также выставляется вольтаж, который вам нужен. От этого Powerbank можно дать прикурить вашему аккумулятору от автомобиля и завести, если он сел. Также можно заряжать телефоны, в комплекте вы получаете зарядки ко всем телефонам. Powerbank на 68 800 тысяч миллиампер часов. Это очень много. Ну вот, как правило, сейчас, например, в айфонах плюс-минус 3,5-4 тысячи миллиампер часов батареечка. Посчитайте, сколько раз можно его зарядить. Ну пусть там популярных в среднем 5 тысяч миллиампер часов берем в мобильном устройстве. То есть, а здесь практически 70 тысяч. Очень много. Кого заинтересовало, по ссылочке переходите в описание, изучайте все подробненько и, конечно же, заказывайте. Очень качественный, очень полезный товар. Вы были на канале Оптонет. Не забывайте подписываться, оценивать наши ролики. И до новых встреч на нашем YouTube-канале.